Все. Миш, насчет имелки. Да. Братья и сестры, если у нас есть еще какое-то время, я хотел бы попросить нашего брата поделиться тем, что он сделал, так сказать, в качестве подарка к своему 70-летию. Имел, можешь ли, да? Нет, Миш, я не слушаю. Миш, скажи, ты впереди по... Это мне сделать? Да. И кубы упасть. Вот. Берешься в пианино? Вот, да, берется. Имел полгода назад пережил инсульт. Друзья. Може, каже, някакво той преди няколко месеца претърпя един инцидент и му е трудно да говори. Тоест, трудно му е да се сеща думите. Вълнуваш, човека, вълнуваш. Не. Претърпя инсулт и... Но иначе може да свири. Нали? Може да мисли, но не може да се сеща думите. Не може да възпроизвежда, защото не се сеща. Пайном има. Да, разберем. Друзья, я запознаты с него вот... Мы думаем, что Эмил поговорит по цвету, по... Вот. Нет, я хочу... послать русских. Вот. И это случилось 79-е. Все дети собрались в Болгарии. Дети планеты. Творческие, художественные. Здесь красивое самое. И это душа, которая собрала Людмила, работал с ней я 79. Этот 79-й я решился вернуться в Болгарию, в России вместе с 15 русских детей. Чудесные. Я был в России. На все в России. Чудесные девочки были вместе с их семьей. Был вместе. Было чудесно. Могу говорить для всех чудесных. В 79-го встретились с братьями и сестрами, с Михаилом Левиным, Михаилом Папушем, там все. Так. Ну, это маленький комментарий, значит. Началось все это. Началось. Но что важное, самое важное – пробуждение человеческой души. И это дети, и это не вы, духовные, возвышенные. Мы уходим здесь. Мы не здесь. Это души, это светлые. Здесь они здесь. Сыграли. Лучше нет. Лучше сыграли. Художник не говори. Художник не говори. Эмил был директором только музыкальной дети. Школы в Торговище. Светлый день. Очень. Ясный у него был день. Совершенно изумительный. Детский мир, вернее, да. Очень четко. И этот миг сокровен. Вспомни счастье в себе. Будут только дети. Будут только дети, посидеют папой и мамой, только дети будут вечны. Ты вернись к началу,
ты вернись к началу, в собственное начало. Ладно, начало. Глубоко в себе ты ребенок, ты внутри каждого сына. И это луч бессмертного в тебе. Мы умираем все. Вечного внутри в нас. И вот он вечный, светлый, чистый, священный, недуховный, эти дети. Так придется чистота, и проснемся, на рассвете, будет дети, тогда блеснут в нас небесно и прочее. Я все сказал. Может ли время недостаточно. Можешь ли да посверишь? Так. И свери свою эту музыку. Можешь ли? Не знаю. После 40 дней посылаешь что-то посылать. Ну, примерно вот. Все пахнут русские, еще каждый последует. Значит, сам два. Чтобы было само децата. Само децата. Все составят белые старички. Иначе... Им уж на болгарский цель. Бабишки, баштики и мамечки. Сумеют. Но то, те же децата, что будут вечны в утре, что будут вечны. Ты сварни в началу, си, два децата. Долбоку то в себе ти си детенце. Твое влечет на бессмертното тебе. Аз, което важното, което искаме тука, все пак, що съм питам, може и да го изпея това за децата. Аз говоря за децата. Аз, ако съм жив, ще говоря за децата. Нищо не ми друга. Децата, светлие хора, са децата, ще с учителя какво казва. Децата ще се съберат и ще се дадат новото поколение. Светлите хора. Няма някакви събрали с нея. Децата. Къде са толкова? Никакви не стигат. Добре. Съберете ги децата, ако искам. Ако изсвиря нещо, ще изсвиря тога. Важното е и после. Какво се е случило тогас? И да много се сетя. И когда пусть останется Людмила, которая собрала этот луч, все дети, чтобы собрались в Болгарии. Вот первое. Эти песни связаны, я создал для пробуждения души человечества. Мы не работаем эту первую, пробуждаем эту
Това трябва да стане децата. Ето ги, ето тогава нещо. Първото е малко тежно, защото аз не вярвах още тогава. Това бе се казва... Не, това се свърши. Свърши това. Сега го казвам важното нещо. Пролет е. Пролет е. Пробуждаме се. Чакай. Дай тук само така, не ми не, трябва нищо. Извинявай, добре. Ти си забравя. Не, само това ми трябва. А, добре. Само да бъдам, защото не мога да говоря, да виждам текстите. Аз стои... Когато не трябва да говори, когато не трябва да играе, разбираш ли? Извинявай. Чуй този песен, да разберете за събуждането, за новата душа, когато с 79-та, когато се каза и когато дойдох в Русия и към децата. Чакай. Малко е тъжно това. Другото е много радостно. Ще разбереш какво е да се пробудят, да се пробудим. Не сме се пробудили още. Трябва да се пробудим, тия светлите ще се пробудят. Да, спея. Пролет е. Написах на Людмила 79-та година. Месец на Людмила Живкова, разбирате. Висина трепти, трепти в нашите сърца. Новия характер ще се пробуди, ще отгоре от света. Thank you.
средствами для побуждения душевной души человека. Души, и это надо найти внутри в себе. И это детенцы, и это дети, надо вспомнить чистенько. Все начали с этого чистенькое место. Я уже не чистый. Дети надо найти. Где они? Где они, здесь они? Последнее дело. Ами, все в порядке. Человечество тут не с новорожда. Человечество не с новорождает. Вот. Надо пробудиться. Для этого написал этого Людмилу и этого местенькая. Надеюсь, что так. Успокойтесь, чтобы последнее посвятить, что-то как кто-нибудь там. Thank you.
Спасибо. Браво. Ничего себе.